Криминальный мир Советского Союза представлял из себя своеобразный шарж на политическое устройство страны. У преступников было даже свое политбюро – «Воры в законе» – высшая каста преступного мира. Без их ведома и благословения не совершалось ни одно серьезное преступление. Воры действовали по понятиям. Так у них именуются неписанные правила воровской морали. Шло время, и все громче заявляла о себе новая генерация преступников, для которых воровской кодекс не значил ровным счетом ничего. Слово «разборка», имевшее до того широкое значение, в их лексиконе стало синонимом кровопролития. Отныне именно кровавая разборка становится основным способом решения конфликтов, своего рода видом спорта. И чемпион в нем тот, кто беспринципней, беспощадней, одним словом, круче. Ранним утром 21 января 1994 года машины милиции, прокуратуры и уголовного розыска, нарушая все правила дорожного движения, неслись по Выборгскому шоссе на окраину Санкт-Петербурга в район поселка Каменка. Увидев стелящийся над полем черный дым, они свернули с шоссе к опушке леса. В 300 метрах от автотрассы их ожидало жуткое зрелище. Даже привыкшим смотреть смерти в глаза работникам отдела по расследованию убийств стало как-то не по себе. В салоне микроавтобуса марки «Мазда» высилась гора обгорелых трупов, издававших отвратительный запах. Поодаль на снегу видны были отпечатки множества мужских ботинок, след протектора легкового автомобиля. У борта микроавтобуса нашли останки канистры и вторую целую, из которых его, по-видимому, облили бензином перед тем, как превратить в погребальный костер. На задней двери сохранился номерной знак. Неподалеку валялась вырванная с мясом пепельница, полная окурков. В кузове микроавтобуса находилось не менее 8 человеческих тел. Точнее, пока сказать было нельзя. Трупы буквально спеклись между собой. Исследовать их на месте было невозможно. Посовещавшись, пришли к нестандартному решению. Мазду вместе с трупами погрузили в кузов КамАЗа и отправили в морг судебно-медицинской экспертизы. Эксперты с нетерпением ожидали его прибытия. Но и они растерялись, увидев воочию, с чем им придется иметь дело. У головешек, в которые огонь превратил тела погибших, нельзя было отыскать особых примет, снять отпечатки пальцев, взять анализ крови. На руке одной из жертв сохранились наручные часы, на ногах другой – кроссовки. Все остальное, что могло бы помочь в опознании, сгорело. По горячим следам экспертам удалось установить лишь следующее. Во-первых, количество трупов. Их было 10. Во-вторых, то, что 8 из них были застрелены в упор из автоматического оружия. И в-третьих, все были уже мертвы, когда их погрузили в автобус, вывезли в Каменку и сожгли. О страшной находке в Каменке сообщили все петербургские газеты. Городское телевидение посвятило ей специальный репортаж. Милиция работала в чрезвычайном режиме. Были усилены патрули, взяты под наблюдение криминогенные районы города. Ужесточен паспортный контроль. Но все эти меры были недостаточны. Только одно могло помочь снять возникшее напряжение – раскрытие преступления по горячим следам. Мэр города потребовал от милиции приложить максимум усилий. Убийство 10 человек – результат бандитской разборки. Это у оперативников не вызывало сомнений. Но кто и с кем разобрался столь чудовищным образом? Не исключено, что потерпевшая сторона сейчас готовится нанести ответный удар. А если в конфликте замешаны интересы крупных преступных сообществ, он может стать искрой, от которой в городе вспыхнет криминальная война. Полковник Александр Малышев, возглавивший группу по расследованию неслыханного доселе массового убийства, понимал, времени у него в обрез. А информация, которой располагали оперативники, была пока скудной. Местность вокруг поселка Каменка издавна имела недобрую славу. По весне здесь то и дело находили подснежники.
Трупы, погребенные в сугробах. Но никогда еще подобных братских могил. Установить личности погибших было непросто. В распоряжении экспертизы оставался лишь метод идентификации по костным останкам, в том числе черепам. В первую очередь следовало изучить состояние зубов. Но, увы, это могло привести к успеху, лишь если погибший постоянно лечился у одного стоматолога, и тот аккуратно заполнял лечебную карту. Кое-что могли дать следы черепно-мозговых травм или хирургического вмешательства. На крайний случай оставалась надежда, что по результатам обмера черепа удастся составить достаточно точный фоторобот и затем сличить его с фото, объявленных в розыск. Но эта работа даже при счастливом стечении обстоятельств потребовала бы нескольких месяцев, а этого времени у криминалистов не было. Обстановка в городе продолжала накаляться. Мэрия требовала ежечасного отчета о ходе расследования. Пока единственной реальной зацепкой для розыска был сам микроавтобус «Мазда». Если он принадлежал кому-то из пострадавших, то это выведет оперативников на причины разборки. Если был угнан, то когда и где. Но главную надежду розыск возлагал на потеряшек. Так у оперативников зовутся пропавшие без вести. У погибших должны были остаться семьи, родственники, друзья. Если только все они не были приезжими, то завтра же в разные отделения милиции начнут поступать заявления об их исчезновении. Вся информация на потеряшек была поставлена под контроль. Не успели оперативники отослать в ГАИ запрос по поводу микроавтобуса, как его владелец Малахов объявился сам. В то утро, когда разыскники мерзли в Каменке на месте происшествия, он в отделении милиции писал заявление об угоне своей машины. Работник отдела немедленно выехал для беседы с Малаховым. Увы, его рассказ дал немногое. Около 10 вечера накануне Малахов ехал по Самсоневскому проспекту. Путь микроавтобусу преградили «Жигули». Несколько человек силой вытолкали Малахова из руля и, запретив под страхом расправы обращаться в милицию, умчались на похищенном микроавтобусе. Лиц похитителей он в темноте не разглядел. Ниточка оборвалась. Но Малышев не унывал. В одном не было сомнений. Микроавтобус стал братской могилой для павших в гангстерской войне. Предметом конфликта могли стать наркотики, контрабанда, проституция. Агентура должна была отследить, какой именно преступный клан укрепился в одной из этих сфер, а какой вынужден был потесниться. И потянется новая ниточка. Но пока все действия милиции, облавы, проверки, рейды ОМОНа не выявили каких-либо серьезных изменений в криминальной иерархии города. Зато неожиданный результат дал сбор информации о пропавших без вести. Накануне обнаружения микроавтобуса в розыск было объявлено более 20 человек. 9 из них оказались работниками одной и той же фирмы, акционерного общества «Молодежный центр». Похоже, сыщики вышли на след. Работники отдела нанесли визит директору молодежного центра господину Эрастову. Тот подтвердил, пропали 9 его сотрудников. Пару дней назад его менеджер Никита Большаков попал в аварию. Авария смешная, крыло помял. До ГАИ дело не дошло, попытались сами разобраться, они стали беспредельничать. Значит, у него забрали права и ключи, угрожая оружием. Большаков попросил у Эрастова помощи. Вызволять его москвич, вместе с ним отправились охранники фирмы. Когда спустя несколько часов они не вернулись по тому же адресу, выехало еще 6 сотрудников охраны. Но Эрастов этого адреса точно назвать не смог. Помнил только название улицы – Земледельческая. История о помятом крыле москвича, ставшем причиной исчезновения 9 человек, показалась оперативникам неубедительной. Уж не водит ли директор за нос уголовный розыск? Не замешан ли в этом деле он сам? Но взволнованные исчезновением Большакова его родственники подтвердили. Накануне он попал в аварию, и у него отобрали машину. У розыска появилось уже 2 зацепки. Москвич с разбитым крылом и приблизительная информация о месте, куда отправились и откуда не вернулись ни домой, ни на службу, 9 сотрудников молодежного центра, Земледельческая улица. Туда немедленно отправилась опергруппа. Но очутившись на Земледельческой, оперативники почувствовали, что их оптимизм стремительно угасает. Гаражи, автобазы, ремонтные предприятия переполняли улицу.
Сотни автомобилей одновременно находились здесь на техническом осмотре, в ремонте, на стоянке. Искать среди них «Москвич» все равно, что иголку в стоге сена. Чтоб перерыть его, не хватило бы сил не только убойного отдела, а всего управления. Но другого пути не было. Район разбили на секторы. И в течение 3 суток десятки милиционеров, работников уголовного розыска и 2 сотни бойцов ОМОНа прочесывали улицу. Перевернуть все вверх дном, но найти. Такова была задача. И несмотря на то, что приходилось порой вступать в конфликт с охраной администрации предприятий, а то и применять силу, это было сделано. Шли 3-е сутки, а результатов не было. Малышев и его коллеги понимали, на счету каждый час и каждый человек. Поэтому сами участвовали в поисках на земледельческой. В самом конце улицы, в секторе, еще не исследованном ОМОНовцами, располагался огромный автопарк. Хотя шансов что-либо найти на его территории было немного, Малышев с товарищами все же решили заглянуть за его ворота. Через час безуспешных поисков стало ясно. «Москвича» с разбитым крылом на его территории нет. Оперативники решили уже возвращаться в управление, как их внимание привлек полузанесенный снегом автомобиль «Жигули» 6-й модели. Капот машины был сильно помят. И директор молодежного центра, и родственники Большакова говорили, накануне он жаловался, что в заднее крыло ему въехала именно красная «шестерка». От работников автопарка узнали, что «шестерка» принадлежит кому-то из служащих фирмы с гордым названием «Беркут», арендующей помещение в производственном корпусе. Оперативники поднялись на 2-й этаж корпуса и постучались в стальную дверь. «Кто там?» «Уголовный розыск. Откройте». Ответа не последовало. Оперативники повторили требования. Опять тишина. «На варе шапка горит», — сказал Малышев. «Вызывайте подкрепление». Легко сломив сопротивление перепуганной охраны, милиция ворвалась в офис «Беркута». Одно из его помещений представляло из себя импровизированный спортзал. Тренажеры, штанги, боксерская груша, бильярд. Там криминалисты сразу обнаружили многочисленные следы пулевой стрельбы. В десятках мест пулями была отбита кафельная плитка на стенах и на полу. Были найдены следы в попыхах замытой крови и орудия халтурной уборки. 2 самодельные швабры с тряпками, также перепачканные кровью. В подсобном помещении груды валялись окровавленные резиновые маты. Из них эксперты извлекли несколько расплющенных пуль. В спортзале нашли на полу незамеченные нерадивыми уборщиками пистолетные и автоматные гильзы. На черной лестнице, ведущей во двор, также сохранились следы крови. Очевидно, по ней выносили убитых. Из сейфа в кабинете директора и тайников был извлечен целый арсенал оружия. Пистолеты, автоматы, ручные гранаты и запалы к ним. Были задержаны находившиеся в офисе сотрудники фирмы, в том числе ее глава, Сергей Белов. На первом же допросе он пожелал сделать чистосердечное признание. «Несколько дней тому назад, — пояснил Белов, — работники моей фирмы, Вайнанен и Федотов, столкнулись на повороте с москвичом, в котором сидел неизвестный. Водитель москвича не хотел признавать себя виновным в аварии, а когда речь зашла о деньгах, сделал попытку уехать с места происшествия. Это взбесило работников «Беркута». Их «Жигулям» были причинены серьезные повреждения, тогда как «Москвич» отделался разбитой фарой и помятым крылом. Началась ругань, грозящая перейти в потасовку. Тогда Федотов вызвал по телефону на место аварии охранника своей фирмы «Берлина». Поскольку владелец «Москвича» категорически отказывался платить деньги за ремонт «Жигулей», «Берлин» выхватил газовый пистолет и, угрожая им, отобрал у него права и ключи. «Москвич» он отогнал на стоянку в автопарке, а его владельцу вручил взамен свою визитную карточку с адресом и телефоном фирмы, мол, когда привезешь бабки, получишь машину. Однако владелец «Москвича» явился в «Беркут» не с бабками, а в сопровождении кавказцев. Работники «Беркута» встретили визитеров в кабинете директора. Начало встречи не предвещало ничего особенного, хотя мнения сторон были противоположными. «Беркутовцы» настаивали на денежной компенсации за разбитые «Жигули».
Работники молодежного центра требовали вернуть машину без всяких оговорок. Спор разгорался все жарче. В какой-то момент у одного из хозяев Федотова сорвалось с языка грубое выражение. В ответ кто-то из кавказцев выхватил из-за пазухи пистолет. С перепугу Федотов выстрелил из газового револьвера. Спасаясь от удушья, все выбежали из кабинета и очутились в спортзале. Там между хозяевами и гостями завязалась драка. Тот кавказец, что был вооружен рукояткой пистолета, в кровь разбил лицо Вайнанину. Увидев, какой оборот приняло дело, Белов достал из сейфа хранившийся там автомат. Под его угрозой кавказцев и Большакова обезоружили, избили и связали. Белов был свято уверен, что на него наехала чеченская мафия. Это сыграло роковую роль в дальнейших событиях. Белов имел серьезные связи в криминальных кругах. При обыске у него в кабинете нашли письмо из зоны. «Сергей Витальевич», – писал заключенный, – «вы единственный человек, который может вытащить меня отсюда. Со мной в камере сидит парнишка, сам спортсмен-кикбоксер. Он согласен работать в вашей конторе. Если вам нужны такие люди, дайте знать». Белову такие люди были нужны. Штат его фирмы был сформирован по образцу спецподразделения, что и продемонстрировали дальнейшие события. Спустя несколько часов на выручку своим товарищам из молодежного центра прибыли еще шестеро человек. У всех с собой были пистолеты, ведь они работали в охране. Беркутовцы встретили чеченских боевиков, как упорно именовал их на допросе Белов, во всеоружии. Хозяевам удалось разоружить и связать гостей. Таким образом, в плену у сотрудников «Беркута» оказалось 9 человек. «Потом я велел своим найти микроавтобус», – продолжал Белов. «Пока одни замывали в спортзале кровь, другие, завернув трупы в ткань, вынесли их по черной лестнице во двор и погрузили в кузов. Автобус отогнали в поселок Каменка, облили бензином и подожгли». «Стоп», – сказали оперативники Белову. «Избили, связали, и вдруг сразу трупы. Кто принимал решение? Кто убивал? Почему у вас в офисе склад оружия?» «Оружие не мое, а моей крыши. И убивала крыша. Но крышу вам я не сдам». Оперативная работа строится не только на изучении фактов, но не в последнюю очередь на данных широкой агентурной сети. Цыганское радио, как именуют в криминальном мире молву, довело до слуха агента, а тот передал оперативникам. Крышей «Беркута» была небольшая, но наглая преступная группа, промышлявшая мошенничеством, рэкетом, грабежами. Во главе ее стояли Виталий Жадов и Кирилл Баранов. И хотя оба они не числились среди крупных преступных авторитетов, информация об их деятельности впечатляла. Финляндский вокзал, изобилующий коммерческими палатками, кафе, магазинами, был местом торговли наркотиками, проституцией. До недавнего времени находился под патронажем некого Швондера, авторитета старой закалки. Группа, руководимая Барановым и Жадовым, положила глаз на лакомый кусок криминального пирога. И труп, не пожелавшего делиться с молодежью криминального хозяина вокзала, вскоре всплыл в Неве. Оперативникам стало ясно, они имеют дело с серьезным противником. Баранов был личностью незаурядной. Несмотря на свою молодость, отбыл наказание уже по двум статьям. Но и в тюрьме, и на воле чувствовал себя превосходно и жил, ни в чем себя не отказывая. Именно он, по сообщениям агентуры, являлся мозгом группы, автором преступных замыслов, предоставлявшим выполнять грязную работу другим членам банды. Штаб группы находился на вокзале. В салоне игровых автоматов и в записной книжке Белова нашли телефон салона. Все сходилось. Так может быть, все случившееся результат криминальной битвы за контроль над финляндским вокзалом, и охранники молодежного центра и впрямь члены кавказской преступной группировки? В таком случае в любой момент можно ожидать ответного удара. Городу только еще не хватало стать ареной криминальной межнациональной войны. Однако агентурная информация о настроениях в среде кавказских преступных групп свидетельствовала, никакой повышенной активности не наблюдается. Еще один вопрос не давал Малышеву покоя. В «Беркут» приехали за машиной 9 человек.
А в кузове Мазды обнаружено 10 трупов. При этом 9 были разуты. Видимо, убийцы опасались, что обувь поможет экспертам установить личности погибших. 10-й в кроссовках. А если потери понесли обе стороны, и он принадлежал кому-то из крыши Беркута? Но кому? 10-й труп оставался неопознанным. Агентуре предстояло выяснить, не понесла ли братва Финляндского вокзала каких-нибудь потерь за последние дни. Ответ был невероятным. 20 января, как сквозь землю провалились, руководитель группировки Кирилл Баранов и его правая рука Роман Кораблев. Значит, 10-м мертвецом вполне мог оказаться кто-то из них. Но кто? Ответ на этот вопрос могла дать только экспертиза. Изучение ДНК останков подтвердило. Именно Баранов стал 10-й жертвой разборки. Вероятно, опасаясь возмездия со стороны собственной крыши, Белов решил скрыть гибель своего криминального патрона. Прах был выдан родственникам Баранова для погребения. Казалось, можно бить в ладоши. Преступление раскрыто по горячим следам. Мэр города, выступая на совещании, лично похвалил работу отдела. Малышев и ряд его коллег были представлены к наградам. Но опыт и чутье оперативника подсказывали Малышеву, что в деле еще много белых пятен. И Беркут, и молодежный центр были торговыми фирмами. Их интересы вполне могли столкнуться на коммерческом фронте. А история с аварией оказаться ловким камуфляжем для легковерных ментов, которым Малышев себя не причислял. Влекомый более интуицией, чем логикой, он нанес визит на могилу Баранова. Увиденное поразило работников отдела. Почему так скромно? Им ли было не знать, с какой помпой братва обычно хоронит своих мертвецов, даже из числа рядовых бойцов? Баранов же рядовым не был. Решено было установить на кладбище пост наблюдения, но вблизи могилы не было никаких естественных укрытий. В голом поле сыщикам просто негде было спрятаться. Кто-то предложил дежурить в машине на соседнем участке, а саму могилу снимать на скрытую камеру. Но и когда решение было найдено, результаты поначалу были плачевные. Просматривая кассету за кассетой, оперативники видели лишь один и тот же унылый пейзаж да ворон на крестах. Коллеги с Литейного посмеивались над Малышевым и его группой. Да они и сами уже начали сомневаться в успехе своей затеи. Как вдруг на одной из кассет появился объект. Фигура в черном пальто. И хотя лица на пленке было не разглядеть, но это не был Роман Кораблев, которого больше всего ожидали увидеть на могиле друга. Силуэтом мужчина до боли напоминал никого иного, как покойного Кирилла Баранова. В январе 1994 года Санкт-Петербург был потрясен небывалым массовым убийством. На окраине города был обнаружен микроавтобус, в кузове которого находились обугленные останки 10 человек.
Вскоре оперативники выяснили, что в одной из коммерческих фирм, молодежный центр, в день убийства без вести пропали 9 человек. Директор фирмы сообщил, что в тот день эти сотрудники отправились вызволять автомобиль водителя центра, забранный накануне неизвестными после небольшой дорожной аварии. Он запомнил только название улицы – Земледельческая. В течение 3 суток оперативники и бойцы ОМОНа прочесывали улицу, пока в помещении торговой фирмы «Беркут» не обнаружили следы пулевой стрельбы, замытую кровь и целый арсенал оружия. На допросе директор «Беркута» Белов признался, что между его сотрудниками и прибывшими к ним представителями молодежного центра произошла драка, в результате которой последние были избиты и связаны. Но убивали не его люди, а их крыша – преступная группа, контролировавшая Финляндский вокзал. Во главе ее стоял некий Кирилл Баранов, которого с того дня тоже никто не видел. К тому времени генная экспертиза подтвердила, что 9 трупов принадлежат сотрудникам молодежного центра, а 10-й оставался неопознанным. Теперь выяснили, что это и был Баранов. Его прах был погребен на Южном кладбище. В поисках подельников авторитета оперативники установили в районе могилы скрытую камеру, и через несколько недель она зафиксировала склонившегося над плитой человека в черном пальто. Фигурой неизвестный очень напоминал никого иного, как самого покойного Кирилла Баранова. С того момента, как скрытая камера зафиксировала вблизи могилы фигуру в черном пальто, Малышева и его коллег одолели сомнения. Уж не допустила ли экспертиза ошибку? Такая вероятность была. А Баранов мог воспользоваться этим, чтобы избежать ответственности перед законом. Кроме того, он должен был опасаться мести за содеянное. Ведь Белов был сам на 100% уверен и убедил коллег, охранники молодежного центра – чеченская мафия. На поправку оперативников, что ни один из погибших чеченцем не был, Белов ответил: «Для меня все кавказцы одинаковы». Если силуэт на могиле действительно Баранов, то на какое-то время он заляжет на дно. Но надолго ли? Зная характер авторитета, оперативники не сомневались, его деятельная натура вскоре проявит себя. Присвоив фигуранту оперативный псевдоним «Привидение», оперативники взялись за дело. В местах обычного появления Баранова были выставлены посты наблюдения. Денно и ночно оперативники следили за домом на Московском проспекте, где проживала его семья. Дежурили у подъездов его знакомых. Излюбленных ресторанов. И, конечно, на Финляндском вокзале, где в салоне игровых автоматов располагался штаб, руководимый им преступной группы. Были проведены рейды облавы в местах, где происходили сборища руководителей криминальных сообществ Санкт-Петербурга. Но и они ничего не дали. Казалось, подобную операцию в первую очередь следовало провести на Финляндском вокзале. Ведь оперативникам были известны ряд членов преступной группы, главой которой был Баранов. Но это только спугнуло бы привидение, за которым охотились сыщики. Кем бы оно ни было, пусть думает, что дело закрыто и сдано в архив. Поэтому братву с Финляндского не тревожили, хотя порой руки у милиции так и чесались. Но привидение больше не появлялось. Ни на кладбище, где продолжали дежурить оперативники, ни в других местах. Надежды сыщиков таяли с каждым днем. А что, если силуэт у могилы знакомый, дальний родственник? Почитатель криминального таланта Баранова. А сам он действительно мирно лежит под могильной плитой. Экспертиза ведь утверждала именно это. Где это видано, вести розыск покойника на том основании, что привидение на могиле напоминало его силуэтом? Между тем, дело, которое вел Малышев, уже не было самым громким в городе. Петербургскую милицию занимали новые проблемы.
Весной 94 года оперативники отдела по расследованию грабежей и разбоев, так называемые «десятки», выехали на Красногвардейскую площадь по сообщению о разбойном нападении. Ограблены были сотрудники одного из коммерческих банков. Преступление совершилось в нескольких метрах от входа в банк. Но охрана не успела вмешаться. Работники банка занимались скупкой наличных долларов в Москве. Затем переправляли крупные суммы в Петербург и продавали, выигрывая на разнице в курсе. На вокзале кассиры обычно встречали охранники и на машине привозили к банку. Так было и в этот раз. Но когда машина с кассиром и охраной остановилась на привычном месте, к ней приблизился человек в форме сотрудника ГАИ и, постучав жезлом по стеклу, потребовал предъявить документ. Тормозит гаишник. Говорит, нарушили правила. Вот он рулем был. Мы здесь остановились, подошли к сотруднику. Все вышли из машины. Произошедшее далее напоминало то ли гангстерский фильм, то ли дурной сон. Угрожая пистолетами, люди в милицейской форме заставили кассира и его спутников положить руки на капот машины. У охранников отобрали оружие. Подходят. Ствол в голове. А деньги у кого были? Говорит, давай. Улучив момент, кассир, в руках у которого находился мешок с деньгами, попытался убежать в здание банка, ведь до крыльца было всего несколько шагов. Еще один грабитель, переодетый милиционером, вырвал у него мешок, припугнув тремя выстрелами из пистолета в асфальт. Показания потерпевших были эмоциональны и неточны. Они все еще находились в шоке от случившегося. На месте преступления эксперты обнаружили несколько гильз и пулю, выпущенных из пистолета ТТ. Это были единственные материальные улики. Грабители скрылись с места разбоя на двух автомобилях. Номеров, как это обычно и бывает, потерпевшие не успели разглядеть. По дерзости этот разбой не имел себе равных за последние несколько лет. И переодевание в милицейскую форму, и работа двумя группами – все это были хорошо известные оперативникам приемы. Но решиться на разбой перед входом в банк, под носом у охраны, для этого нужна была не просто дерзость. Операция была спланирована по минутам. Преступники, видимо, были прекрасно осведомлены о времени и месте доставки денег. Кто мог обладать такой информацией? Под подозрение в первую очередь попадали сами сотрудники банка. Среди них особенно заинтересовал розыск некто Сергей Виноградов, занимавший должность менеджера. Проверка его личности дала ошеломляющий результат. Паспорт, по которому он жил, никогда никому не выдавался. Одним словом, документы Виноградова были фальшивыми. Чтобы выяснить, кем на самом деле является респектабельный банковский служащий, не спугнув подозреваемого, следовало действовать с величайшей осторожностью. Оперативники подкараулили момент, когда подозреваемый посетил кафе и изъяли стакан, из которого он пил. На нем должны были остаться отпечатки его пальцев. Они тут же были введены в компьютерную систему «Папилон», способную за считанные минуты установить личность их обладателя. Увы, компьютер ничем не смог помочь розыску. В его памяти отпечатков Виноградова не было. За подозреваемым решено было установить постоянное наружное наблюдение. Может быть, оно поможет выйти на других участников разбоя. Но результат был нулевой. Виноградов вел не особенно скромный, но вполне соответствующий своему общественному положению образ жизни. Был заядлым игроком, чуть ли не ежедневно посещал салоны игровых автоматов. Но азарт еще не свидетельство преступных наклонностей. Когда стало очевидно, что Виноградов, видимо, сознательно избегает встреч с подельниками, выжидает время, было решено задержать его и попытаться расколоть. Формальный повод был. Подозреваемый жил по фальшивому паспорту. У сыщиков была информация. Виноградов оформил покупку престижной иномарки и должен был забрать ее со стоянки на набережной реки Мойки. Там оперативники и поджидали его. Их проинструктировали в любой момент быть готовыми задержать подозреваемого. Но когда указание поступило, выполнить его было уже невозможно. Издали, завидев подозреваемого, оперативники приготовились сесть на хвост его автомобилю. Как вдруг из стоявшей поодаль машины выскочили несколько человек и бросились вслед за Виноградовым. Первой мыслью оперативников было, что они стали свидетелями очередной бандитской разборки. Но среди нападавших сыщики узнали знакомое лицо.
лицо начальника убойного отдела ГУВД города Александра Малышева. То, что они чуть не приняли за разборку, было арестом. В тот день их коллеги из убойного отдела задержали подозреваемого. Но не Сергея Виноградова, а покойного Кирилла Баранова. Когда надежда изловить привидение с кладбища уже окончательно покинула Малышева и его сотрудников, им неожиданно улыбнулась удача. Оперативная работа строится не только на поиске улик, но и на информации, поступающей от агентуры, невидимой сети секретных осведомителей. И вот один из агентов попросил о встрече. Нет, покойного никто не видел, ничего о нем не слышал. Но зато в городе объявился также исчезнувший после разборки на Земледельческой Роман Кораблев, ближайший сподвижник Баранова. Но где его искать, агент подсказать не мог. Оперативникам не без труда удалось выяснить адрес некой М, с которой до январской разборки Кораблев поддерживал тесные отношения. После столь долгого отсутствия он наверняка навестит свою подругу. Слежка за Н привела группу наблюдения к медному всаднику. Видимо, догадываясь, что его ищут, Кораблев не рискнул явиться к Н домой. Решено было подозреваемого не брать, а продолжать наблюдение. Если Баранов жив, то Кораблев выведет сыщиков и на него. Оперативники шли за Кораблевым по пятам. Он посетил универсам, где купил 2 пакета продуктов. Затем направился на улицу Красную. Вошел в подъезд жилого дома. Спустя несколько минут вышел уже без пакетов. Чтобы установить номер квартиры, которую он посещал, оперативникам потребовалось некоторое время. Тому, кого навещал Кораблев, хватило его, чтобы исчезнуть. Хозяйка установленной квартиры показала, что не так давно сдала ее респектабельному жильцу. Взглянув на фото Баранова, она подтвердила: он самый. Жив, окончательно убедился Малышев. Вновь были выставлены посты наблюдения на Московском проспекте, на кладбище, на Финляндском вокзале. На этот раз привидение обязательно должно было попасться в сеть, расставленную Малышевым. Но Баранов будто шапку-невидимку надел. Может быть, он восстает из могилы лишь в определенные часы, подобно Дракуле. Наконец, камеры наблюдения, установленные на входе в ресторан, где при жизни покойный не раз предавался веселью, зафиксировали знакомый силуэт. Привидение выглядело вполне материальным. Теперь у оперативников была лишь одна проблема – найти подходящий момент и место для задержания. Поэтому они не оставляли воскресшего Баранова одного ни на час, следуя за ним по пятам. Баранов привел их в нотариальную контору. Там он оформил покупку машины, которая ожидала нового владельца на автостоянке на набережной Мойки. На следующий день подозреваемый должен был явиться за покупкой. «Там и возьмем», – решил Малышев. Ему и в голову не могло прийти, что то же самое собираются на завтра сделать коллеги из 10-го отдела, расследующие разбойное нападение на Красногвардейской. Только у них тот же подозреваемый фигурировал под фамилией Виноградов. Внимание, готовимся. Пошел. Арест ошеломил подозреваемого. Еще бы.
Ведь его в буквальном смысле слова достали с того света. Поначалу он вообще отказывался отвечать на вопросы, даже на самый невинный и простой. Кто же он на самом деле? Виноградов или Баранов? Пришла очередь и Романа Кораблева. В тот день он отправился в стоматологическую клинику. И хотя это было не самое подходящее место для задержания, медлить дальше было нельзя. Теперь оба главных подозреваемых находились в руках следствия. Однако и от Кораблева не удалось поначалу получить показаний. Он отказывался говорить, ссылаясь на зубную боль. Арест помешал ему сесть в стоматологическое кресло. Оперативникам ничего не оставалось делать, как организовать Кораблеву визит к дантисту. Когда врач сделал свое дело, оперативники сообщили Кораблеву об аресте Баранова. Эта новость развязала ему язык. Заговорил и сам Баранов. И только теперь оперативникам стали известны все подробности кровавой разборки на Земледельческой. Итак, 20 января 1994 года Баранов и Кораблев прибыли в офис Беркута. Зачем их вызвал Белов, они не знали. Мы прошли в кабинет Сергея Витальевича. Он вкратце объяснил нам ситуацию. И мы пошли в спортзал. В спортзале резко пахло порохом. На полу и стенах были видны следы крови. В четырех углах матов лежали люди. Связанные, короче, избиты уже до такого состояния, что не могли говорить. На меня наехала чеченская мафия, пояснил Белов. Пришлось отбиваться. Не успел Баранов толком выяснить причину наезда, как в офис прибыли еще несколько визитеров. Настроены они были воинственно. Баранов вызвался вести переговоры. Прибывшие хотели немедленно увидеть своих товарищей и забрать москвич Большакова. В этот момент из соседнего помещения донесся крик одного из пленников. Визитеры выхватили оружие. Баранов чудом избежал смерти. Началась стрельба. У гостей скоро кончились патроны. Перестрелка перешла в рукопашную. В результате хозяевам удалось одолеть и связать незваных гостей. Победа была одержана. Но как быть дальше? Кто-то пошел за машиной. Остались я, Кораблев и Сергей Витальевич. Живыми их отпускать нельзя, настаивал Белов. Они нам отплатят. Баранов поддержал его. Исполнение приговора поручили Кораблеву. Двое пленников к тому времени скончались от побоев. Остальных Кораблев поочередно застрелил в упор из автомата. Последнего, русского, молившего о пощаде, он убивать не хотел. Но Белов напомнил, это именно он привел в офис чеченцев. Спустя минуту все было кончено. Похищенный микроавтобус уже ждал у черного хода. Погрузив трупы в кузов, его отогнали в Каменку, облили бензином и превратили в погребальный костер. Понимая, что их участие в разборке недолго останется секретом, Баранов и Кораблев исчезли из города, не известив ни братву с Финляндского, ни близких. Спустя какое-то время до Баранова дошли сведения об ошибке экспертизы. Теперь он был мертв, и даже отпечатки его пальцев были изъяты из картотеки. Соорудив себе фальшивый паспорт на имя Сергея Виноградова, он вернулся в Петербург и устроился на службу, окончательно став другим человеком. Но отказаться от легкой наживы оказалось сложнее, чем от имени и фамилии.
Замысел очередного преступления возник у Баранова, когда он узнал, что работники одного из банков закупают в Москве крупные суммы американских долларов для перепродажи в Петербурге. Перейдя на службу в этот банк, он выведал дату и место доставки денег. И с помощью Кораблева и еще нескольких членов своей преступной группы он осуществил разбойное нападение. Как ему казалось, безукоризненно. Ну, мы подошли, нас приняли за сотрудников ОМОНа. Вот. Кораблев забрал мешок, в котором находились деньги. И мы пошли в машину. В мешке, который Баранов и Кораблев отобрали у кассира, находилось 180 тысяч долларов США. Подельникам уже рисовались радужные перспективы дальнейшей жизни. Но судьба сулила им иное. Итак, причиной гибели 10 человек действительно была обыкновенная автомобильная авария, каких в городе ежедневно случаются десятки. И у жертв, и у убийц не раз была возможность избежать крайностей. Можно было вызвать на место столкновения гаишников. Беркутовцы могли не отбирать у Большакова «Москвич». Большаков мог оплатить ремонт «Жигулей». Охранники молодежного центра могли не применять оружие. Белов мог вызвать в офис не крышу, а милицию. И все были бы живы. Дело можно было уладить миром. Но для крутых, какими считали себя и беркутовцы, и их противники, и Баранов с Кораблевым, миролюбие – синоним слабости. А победить для них – значит уничтожить. И гора трупов вовсе не пятно на репутации преступника новой формации. Напротив, доказательство его крутизны. Суд приговорил Белова, Кораблева и Баранова к 15 годам лишения свободы. Остальные участники разборки получили меньшие сроки. Баранова приговор суда, похоже, не сломил. Крутой он и в тюрьме крутой. Его место на вершине криминальной пирамиды, за праздничным столом. В то время как некоторых под нарами. С момента обнаружения 10 трупов в Каменке прошло уже 5 лет. Но целые невредимые два памятника самой бессмысленной, бесчеловечной, беспричинной разборки в новейшей криминальной истории страны. Остов обгоревшего микроавтобуса, до сих пор стоящий во дворе морга городской судмедэкспертизы. И могила Баранова на Южном кладбище. Кто покоится под этой плитой? Неизвестный участник разборки или случайный свидетель? Этого следствие так и не смогло установить. И, скорее всего, этого не узнает уже никто.